Кузня отбрасывает, но отбрасывает прямо на крюк Милякову. И пошла атака. Губин бросает и выводит Химик в финал Кубка Петрова. 3-2. Воскресенск ликует. Чудо-бросок от капитана. Но опять как же это символично, да? Да. Обменялись капитаны заброшенными шайбами. Если Китсон свою команду спас от поражения в основное время, то капитан Химика вывел свою команду в финал. Ну вот если кого и жалко вот в этом эпизоде, то это вот этого человека. Безусловно, Сухачев провел потрясающий матч. И ну, к нему никаких претензий никаких, по этой игре нет и быть не может. Ну а Химик поздравляем с выходом в финал. Команда впервые в своей истории выходит в уже в финал Кубка Петрова, где встретится с Красноярским Соколом. И я не помню номер посева, по-моему, первый матч в Красноярске, да? Команда, да, скорее всего, все-таки Сокол выше закончил, да, регулярный чемпионат. Ну что, вы знаете, эмоции на этом, наверное, закончились.